Погода в Тюмени не совсем летняя, но для поклонников пляжного волейбола это не препятствие. На базе отдыха «Боровое» в очередной раз прошел чемпионат области. И даже аккомпанемент дождя его участникам совсем не помешал. А собралось соискателей наград немало. И если у женщин было 8 дуэтов, то у мужчин 25. Традиционно на песок выходят и мастера классического волейбола. В этом году свои силы решила попробовать доигровщица Тюмени Тюнгу Анастасия Ламбина. Ну, случайно увидела в группе, получается, федерации ВКонтакте, решила написать Ане и как-то пришли к одному мнению, что можно попробовать поиграть. Ну, она-то вроде бы более опытная, да, в этом плане? Ну да, она вроде уже не один раз играла вообще, как бы. Я решила просто попробовать для себя, почему нет, не поиграть летом. В паре с Анной Поспеловой Ламбина в итоге взяла бронзу. Победили Татьяна Кузнецова и Ольга Ботова. У мужчин лучшими стали Илья Бырин и Антон Смоленцев.